Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту ADVIP. Это рекламная платформа. Значит, давно я, ребятки, не писала по этому проекту видео. Ну вот, решила записать и рассказать немножечко, что здесь происходит. Значит, в ноябре, в декабре, ноябрь-декабрь у них начались какие-то проблемы, денежные проблемы с выводом. Вот. Что-то они там мудрили-мудрили. Значит, но сейчас у них все наладилось. Значит, что у меня здесь получилось по с денежными средствами? Финансы. Райт платит. Все хорошо в этом плане сейчас. Значит, история вывода. У меня 10-й вывод. Если мы посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Значит, как я уже сказала, в ноябре у них начались проблемы. Я поставила денежку на вывод 17 ноября. Да, у меня на балансе было $20. И я эти $20 полностью не смогла поставить всю сумму, так как у них там лимит. У каждого свой лимит на вывод. Понимаем это, да? Значит, 17 ноября я поставила на вывод, ну, вот с учетом комиссии, $10. Вот. Все замечательно. Денежка мне поступила на баланс. Денежка мне поступила. И я следом сделала еще один вывод. 2 декабря. 21 год, видим. Поставила я там, ну, тоже 9 с копейками я поставила, или сколько тут у меня высчитали. С учетом комиссии 9.02 USD я чистыми должна получить. И денег нет и нет. Я и забыла об этом. Но перед этим я поставила денежку на вывод. Видим, 2 декабря. Я пошла в кабинет, как бы. Как я сказала, у них теперь лимиты на вывод. Сейчас зайдем в домашнюю страничку. И вот здесь максимум вывод. Лимит у меня, я могу вывести максимум $143. И у меня здесь стояла сумма по нулям. Это значит, я поставила деньги на вывод, и у меня здесь все по нулям было. Ну и какой мне смысл работать, если я не могу ни максимум, ни минимум, у меня здесь все по нулям. Я вывести вообще ничего не могла. Даже если бы у меня была, да, сумма на балансе. Ну, думаю, ну и провались. Удалять я не стала ничего, так как они там решали проблемы. И я подписана на них Telegram уведомления. Вот эти у них там не группа, а канал. И они там выкладывают всю информацию. И я преспокойно начала ждать. Тут захожу я на Facebook. Я же и на Facebook в группе есть. Как бы. Вот. И у них там работа начала кипеть. Все работает. Все замечательно. Я, значит, пошла. Как я уже показывала, история вывода. Сделала скриншот. Что у меня со 2 декабря. Вывод в обработке. Пошла на Facebook и спросила админ: проект платит?
и выложила скриншот. Значит, надо удалить. Даже как-то и неудобно, если сами не удалили. Вот. Мне вывод, ребятки, духом. Вот здесь платят, видите, если показать перевод, платежи. Да и мою ссылочку удалили. Не ссылочку, а этот скрин мой. Вот. Ну и хорошо. Тут даже, если честно, даже как-то и неудобно. Мне духом вывод пришел. Значит, у них здесь запущен конкурс какой-то. Вроде как. Акция с 24.01 по 27.01. Получить 20% дополнительно. Ну, тут баб-поинты вот эти. При покупке баб. Период акции при покупке баб на 1 доллар вы получаете 2928 баб. Ну, здесь это уже сами можно это все прочесть. Вот. Так что все в порядке, ребятки, с проектом. Сейчас я перейду на почту. Значит, мне вот такое письмо пришло. Перевести. Здравствуйте, Елена Смирнова. Вы запросили вывод 9.02 доллара США, что запрос на вывод был успешно обработан. Пожалуйста, проверьте свой аккаунт. Ну, ля-ля-ля, тополя. Так, это я удаляю. А вот вывод, ребятки, пришел. Я сказала, я выложила этот скриншот, даже как-то и не... Но, с другой стороны, почему неудобно? Это мои деньги. Я работаю, я зарабатываю, правильно? Вот. За спрос денег не берут, как говорится. Почему я должна молчать? Раз у них тут все нормализовалось, все хорошо. Плюс 9.02 USD, 25.01 и advif.com. Ну, вывод с проекта и мой логин. Вот. И еще хочу обратить внимание на то, что вывод здесь производится по понедельникам. Я вчера не заходила. Вот следующий понедельник, вот буду заходить, хочу посмотреть, какой у меня минимальный вывод был для всех 8 долларов. Вот. Если я нажму вывод, вкладочку вот здесь, да? Ну, что-то виснет. Вывод. И здесь, вот видите, красненьким написано. Перевести на русский. Вывод средств возможен каждый понедельник. Отправьте запрос на вывод средств в понедельник. Понимаем это так. Далее еще хочу что сказать. Мне писали под видео комментарий, что платная рекламка, что нет платной рекламы. Значит, здесь, если вы работаете без вложений, вам доступен только вот этот баб АДС. Вот эта реклама вам доступна. Вы можете ее просматривать абсолютно без вложений. Так? А если вы покупаете баб-поинты, вот я в данный момент в шестой группе из 13 нахожусь, у меня 126 тысяч 168 вот этих баб монет. Мне доступна платная рекламка. Она находится, ребятки, вот здесь. Pay ADS. Вот эта вкладочка самая первая. Видите, да? Я уже просмотрела рекламку. Вы кликаете.
на нее. И если у вас куплены, там вы в какой-то группе, первая, вторая группа, да, то вам доступна платная рекламка. Ежедневно я вот просматриваю вот эту вот платную рекламу. Естественно, я буду продолжать работать. Это было бы глупо, если бы я отказалась от проекта, потому что проект реально замечательный. Ну да, были у них проблемы. Ну, всякое бывает. Но, тем не менее, проект работает. Здесь вот, как я, можно присоединиться на Facebook, ВКонтакт. И вот я кликнула и зашла к ним в Telegram. И там вся как бы информация, администрация. Писать туда, естественно, никто не может. Но они выкладывают всю информацию. Проект нормализовался и как бы продолжаю работать. Ну, надеюсь, моя информация была вам полезна. Заходите, просматривайте рекламку у кого что. Ну, а в понедельник обращайте внимание на лимит. Вот. Ну, а в понедельник я уже буду в следующий смотреть, что у меня там по выводу денежных средств. Вот это баланс идет на вывод. Это реинвест баланс. Вот. Надеюсь, если я кликну, можно купить как бы вот эти баппоинты. Я, естественно, все с баланса. Я сюда не пополняю. И работаю только из заработанных денежных средств. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!